Кс-кс-кс. Киса, маленькая, ты куда пошла? Кисуля подалась, куда-то подалась. Эх, улетела бабочка из-под лапки. Ну ты куда пошла, киса? Ну. О, и была такова. Нет. Вон она, в тенечке. Ага, сейчас я за тобой понаблюдаю, куда ты бегаешь. О, видели? Оп, и все. Вон какие тропами ходит. Ты куда пошла? Ой, она спрыгнула, представляете? Но я туда не залезу, конечно. Она спрыгнула уже и убежала. Ух, какая. Здесь Гоша ходит. Вот у нас еще одна новость хорошая. Степка охраняет свою гусыню Степанитку. Видите? А у Степанитки-то вон они. Вон, сидит. Желтенькие, видели? Маленькие гусяточки уже появились. Степка на улицу не выходит целый день, караулит, караулит семейство. Он же опытный папашка уже, у него были уже гусятки, да. Никого не пускает, ни меня, ни хозяина, никого. Расшаперил он, видели кролика? Сказал, никого. Да, вот он, строгий какой. Ну, что делать-то? Я не знаю, может, к вечеру, поближе к вечеру. Этих надо, коробку-то надо освобождать. К вечеру поближе тогда, Толь, пусть сидит пока. Ну, тогда не надо тебе заносить никуда. Сразу к этой надо. Ну, или так ли, ну. Что ты хочешь? Давай что и решим сразу, пока светло. Ты сейчас хочешь прям той подсадить, да, этих гусяток? Выбросить яйца. Ну пошли. Что ты думаешь, не будет ничего? Сейчас я посмотрю на нее. Вот она, маленькая моя красавица, сидит на яйцах, а там, наверное, ничего нету, что ли. Сейчас мы тебе гусяток принесем. Сейчас, миленькая моя. Сейчас твои детки будут у тебя. Мы отдали же гусяток мамке. А они почему-то не садятся под нее. Как бы не замерзли ночью. Прям не знаю. Серая мамка и три гусенка.